А спонсор данного видео – мой паблик ВК. Ссылочка будет в описании. Подписывайтесь, ставьте лайки, заходите, смотрите, заказывайте, если вам понравятся мои работы. А теперь приятного просмотра. Вау, всем привет! С вами снова Лёха Бучер. И это новый видос по чат-рулетке, потому что на улице зима, снег и все такое. Погнали смотреть, будет довольно-таки интересно. Таки... О, здравствуйте. Добрый вечер. Блять, все, он упал. Сука, он упал. А вы блоги? Вы блоги? Нет. Блять, тут как-то, блядь. Я думал, уже блогер. Не, ну я снял, как ты выебался. Это нормально. А я знаю, что ты дрочишь. Иди нахуй, блядь. Вальнов, здорово. Ну, блядь, ну не Вальнов я, ну мать вашу, ну что за... Это ты как сейчас... Подожди, чай, как ты это сделал, блядь, сейчас, нахуй? Как? Просто, ну я не Вальнов, блядь. Ну не Вальнов я, сука. Блядь, слышишь, чувак, скинь свой канал, хочу посмотреть, ну. Здорово. Здорово, я снимаю как среднестатистическая тёлка в чат-рулетке, чтобы видно было один глаз и кусок лица. Ты долбоёб. О! Добрый а где вечер. Вы? Я Гирлянда. Хотите сыграть в одну игру? Давай. Вам нужно смотреть на красный огонёк. И чё дальше? Смотрите? Угу. Ебать! Это жестко вообще! Ага! Бан надо. Давай. Надо бан. А по причине? По причине. Причина. Это смерть. Как вам вообще пати, блядь, на хате, да? Это просто гирлянда. Хуя ты как сделал это, как вообще было? Ну просто берешь. Вот так. Хуя ты, блядь, ровный вообще. Типа это прям мем, короче. Это ну... новый 2019. Я думал, очень ну, красиво. Я сам пью это. Хуя ты, я это что это было? Это было классно. Не, ну я просто спросил, чё? Не, вот это вот, вот это было вообще зачетно. Пиздец. Ой, я тоже умею флексить. О, Бучер, привет! Нихуя себе. Я твой подписчик, ебать, Бучер! Нихуя себе. Мужчина, здравствуйте! Вы откуда? Вы такой красивый! Смотри, какой красивый! Добрый вечер! Я из Таганрога. Он из Таганрога. Он... Вы женаты? Нет. Вы жену ищете? Вот это будет жена. Ой, дискотека! И снова седая ночь. Ну это же просто гирлянда, типа. Доверяю я, знаешь, седая ночь, ты все мои тайны шаришь. Yeah. Сколько тебе лет? А попробуй угадать. Я боюсь просто дать больше, понимаешь? Да, типа, не, нормально. Бля, 25? Нет. Больше? Нет. Так, нахуй. 22? Нет. 24? Нет. 23? Нет. 20? Да. Охуеть. А мне сколько? 21. А сейчас было очень-очень обидно. 19? До сих пор обидно. 18? Еще обидно. Ну, ты хотя бы мне в какую сторону двигаться скажи. Меньше. Так, 16. Меньше. Так, сейчас я, подожди, посчитаю возможность статьи за разговором. Мы же в России живем, типа...
Так, ну тогда ладно, 14. Меньше. 12? Да. Что, блядь? Мне 12 годиков. Угу. Привет. Привет. Я вижу девушку с нормальным микрофоном и нормальной камерой. Это слишком странное явление для данного места. Ну, я бы не сказала, что камера и микрофон нормальные прям. Но смотри, мне кажется, звук получше, чем мой. Да и камера, в принципе, ну это Logitech 100%. А вот какая, ну, возможно, это даже 900-я серия. Не, поменьше. 270-я или как-то так? А, ну, да. Это тоже неплохо, типа. Это... Разбираешься. Тоже неплохо. А ты что делаешь там? Где? Я просто, типа, сижу, с людьми разговариваю. А я пою песни. А, нормас. Какую музыку слушаешь? Ну, типа, на самом деле, разную. Ну, в принципе, без разницы, чё. Ну, что-нибудь из рока. Слушаешь рок? Естественно. Для кого-то естественно, для кого-то нет, знаешь ли. Ну, не знаю. Ну, типа для моей компании это естественно. Это, понимаешь, это на каждой, как минимум, попойке попеть «Сентябрь горит», это как бы, это вот так. Угу. Круто. Круто. Могу сыграть Линкин Парк. О, давай. Memories concern, like opening the wound, I'm picking me apart again. You're all awesome, I'm saving in my room, unless I try to start again. I don't want to be the one, but I'll solve it just. Cause inside I realize that I'm no one confused. I don't know what I'm fighting for, why I have to scream. I don't know why I instigate and say what I don't mean. I don't know how I got this right. I know it's not alright, so I'm breaking the habit. Неплохо. Прям вообще. Ну, круто, круто. Да. А теперь минутка не рекламы меня, как ни странно. Девчонка, которая была только что, у нее есть очень маленький, очень начинающий YouTube-канал. Ребят, вот если вам понравилось, как она пела, сейчас тоже перейдите в описание. Там будет ссылка на ее канал и на ее группу. Подпишитесь, и если вы все-таки решите подписаться, то пишите в комментарии там под любым видео, что вы от Бучера. Пусть ей приятно будет, короче. Да, давайте. Сука. Чувак, не умирай. Это Витя Переделский. Да. Я не знаю, кто такой Витя какой-то там, но чувак, не умирай. Переделский, Переделский. Да меня от гашиша убило. Прям от гашиша убило? Ебать ты лох! Оооо! Стил Сириус, нихуя себе! Это не Стил Сириус, блядь! Что такое? Что с тобой? Со мной вроде все нормально. Почему? Проблема. Какая? Ты. Я? Жирный. Лис активировал. Еее, тусовка. Это просто гирлянда. Но все равно тусовка. Ну, типа, это что, это BM-800? Синий-синий. Да, BM-800, 1000 рублей с экспресса. Неплохо, 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 неплохо. О, ебать, охуенно. Неплохо. Неплохо. У меня там где-то такой же валяется. Ведь танцпол это... Нет, ведь... А тебе уже так говорили?
Брейн, Фрост, Банан, так, Куплинов, кто там еще жирный ютубер с бородой? Блин! Брейн, ты че не оскорбляй, он хороший. Брейн потом. А я у тебя не первый, да, значит? Давай, говори, кто Путин? Блин, как бы тебе так сказать, чтобы меня не посадили. Не посадят, пока что. Путин прекрасный человек. Да. Подписывайтесь на Путина. Короче, ребят, какое-то такое видео вышло. Подписывайтесь, короче, на меня, подписывайтесь на М-ку. Все ссылки на нее будут в описании, как я уже сказал. Также на мой паблик, который был в начале. Ну и все как всегда. Ставьте лайки, пишите комменты. И, короче, всем спасибо за просмотр. С вами был Бучер. До следующего видоса. Пока!